починить. Подожди, ну так открывается. О май гад, Оля. Я тебе перешла туда. Очень быстро. Я вижу. Нет, ну там. Она большая, красивая. Ты вообще с облаками закрыта. А что это? Да, она была левее намного. Яркая. Еще она длинная такая. Это она не вся в тучи, она выходит. Ты засняла ее на свой телефон? Нет, плохого качества. Ну хоть что-то засняла? Да, но то же самое. А что это такое? Не знаю. Я честно не знаю, что такое. Обнаружила. И оно главное за тучи, так что важно, может, это отражение. Но я думала, это какое-то отражение этой ракеты, в смысле этой гитары. А там это в столб был всегда. Но это не отражение гитары, нет? Нет, оно за тучи уходит. Точно там луч не светит? Нет, оно же за тучи уходит. Как оно может за тучи уходить из этого? Оно выше, чем тучи. А ты думаешь, нас сейчас унесет? Хочешь, хочет унесет? Мы только единственное-то смотрим на него. Вдруг нас сейчас так ничем. И на очки хочешь? У тебя есть очки? Нет, ну, у тебя же есть. Ну да, давай, я тоже вижу, кто вижу так. Ну, ты понимаешь, что что-то экстраординарное, я к тебе прибежала. Ну да. Потому что по-другому я бы не прибежала. Зачем тебе? И она говорит... Подожди, ну... Так открывается? О май гад, Оля! Я тебе перешла туда. Очень быстро. Я вижу. Нет, ну там... Она большая, красивая. Ты вообще с облаками закрыта. А что это? Не знаю. Да, она была левее намного. Яркая. Еще она длинная такая. Это она не вся в тучи, она выходит. Ты засняла ее на свой телефон? Нет, плохого качества. Ну хоть что-то засняла? Да, но то же самое, что. А что это такое? Не знаю. Я честно не знаю, что такое. Обнаружила. И оно главное за тучи, так что важно, может, это отражение, но. Я думала, это какое-то отражение. За тучи заходит. Этой ракеты, в смысле этой гитары. Но это не отражение гитары, нет? Нет, оно за тучи уходит. Точно там луч не светит? Нет, оно же за тучи уходит. Как оно может за тучи уходить из этого? Оно выше, чем тучи. А ты думаешь, нас сейчас унесет? Хочешь, хочет унесет? Мы только единственное-то смотрим на него. Хочешь? Вдруг нас сейчас так ничем. И на очки хочешь? У тебя есть очки? Нет, но у тебя же есть. Ну да, давай, я тоже вижу, кто вижу так. Что-то экстраординарное, я к тебе прибежала. Ну да. Потому что по-другому я бы не прибежала. Зачем тебе? И она, главное, здесь висит. Висит, да. Интересно. Но я надеюсь, не только мы ее видим. Слишком. Как запах все равно. Хорошо, вот летающая тарелка, конечно. Ну, что ж такая. Именно здесь, смотри, висит, а? Да, она была левее, она же как-то немножко отходит, все проверила. Спит? Оль, спит, что плохо, плохо качество. Ой, она скрылась. Ну, тучи сейчас опять появится. Точно? Нет. Появится. Она исчезла. Нет. Она так все время. Тучи походят на небо. На, возьми. В другой части неба появится. Потому что она только что там была. В другой части неба? Да. Надо.